Здорово, Алкашня. Пока вся страна лютует вообще в полном отмечании нашего меганационального праздника, 7 ноября, разумеется, имею в виду, а не 4, нет повода не выпить. И мы это сделаем. Недавно мы, прекрасные вообще совершенно друзья, вернулись с Доминиканы. Я в Доминикане бывал и просил привезти какой-то напиток прекрасный. Очевидно, это будет ром. Но хотелось такого, знаете, так себе рома. Ну, потому что какой смысл делать обзор на хорошие напитки? Никакого. Вообще. Мы же в России живем. И мой товарищ, он просто не посрамил вообще марку. Панк не опозорил ни разу. Он пришел в магаз, где, ну, очевидно, огромное количество русскоговорящих туристов находится в Доминикане. И просил продавщицу продать самый всратый ром. Вот именно это слово. И она сначала подрастерялась. А потом собрала такая. А, так вот же оно. Дон Рон. Это вот просто было с нижней полки. Из-под просто прилавка продан в Доминиканской Республике. Место, где в целом о роме очень хорошо все знают. У меня даже были обзоры на доминиканский ром. Но сегодня попробуем вот этот всратый шкалик. Всратый – это ключевое вообще слово для этого обзора. Ну, что можно о нем сказать? Контр-этикетка отсутствует. Зачем вам знать, что вы пьете? Ну, действительно, вы же выпить хотели. Лицевая тоже ничего о себе не говорит. Ну, 37,5 градусов. То есть, конечно, для рома это, ну, простовато. Могло бы быть и поболее. Но поверьте, с чекушки в 37 можно убраться вообще вполне прилично. Очень забавно, вот даже заклеена этикетка вот этим вот флагом национальным. Это просто прекрасно. Говно. Ну что ж, ребята, в целом, говорю, я выпил такое количество доминиканского рома, что им можно было бы заправить, мне кажется, космолет «Восход», и Гагарин бы полетел на орбиту 21 апреля. Но вот такой хуйни я еще не пил. И это же самое прекрасное. Я вот даже, пожалуй, позволю себе запить его. Жатецкий гусь по акции. Потому что есть у меня ощущение, что оно не очень пойдет. Дегустируем. Самый дешевый доминиканский ром. Масель боли. Так себе пошло. Прямо больше вообще не хочется. Ой. Не, это так не работает, ребята. Мы пытаемся пробиться к самому нижнему дну. И село лучше бухта, где мы встанем, она здесь. Ой. Ребзя. Не рекомендую. Напиток просто сди. Бой. Как же топорщит. Иисус Христос. Матерь Божья. Настоятельно.
Где еще блеванов?